Итак, ребята, всем привет. Кто тут у нас сегодня на обзоре? Да, это спрайт. Но я уже делал обзор на спрайт в феврале. Но только был обычный спрайт. А это у нас спрайт 2.0. Перезапуск вкуса. Это обновленный спрайт. Уже улучшенный. Дизайн такой же. И этикетка такая же, как на старом образце. Только здесь еще зеленая. Это напиток прозрачный, еще раз говорю. Так, изменилось. Энергетическая ценность на 250 мл. Было 25 килокалорий. Стало уже 48. И по составу. Ну, состав такой же. Состав такой же, как у всех спротов, но у него сейчас, но у него исчез подсоситель, неогисперидин, дигидрохалкон. Тут только остались ацетилсульфан калия, аспартам. Ну, состав полностью говорить не буду, уже так знаете. Написано: углеводы 4,5 грамма, в том числе сахара 45 граммов, объем 2 литра. Я купил в Мариара за 129 рублей. Бутылка даже в камеру не помещается. Это готов стаканчик. Сейчас мы ее откроем. О, как шипит! Так, ну-ка. Ух ты! А запах уже другой. Уже пахнет лимон, еще добавок слаймом. Так, сейчас нальем. Надо аккуратненько лить. Блин. Не получается у меня. Ну-ка, аккуратненько. О! Наливаем, она пенится. Ну, как мы видим, цвет прозрачный. Так же, как 7-Up из предыдущей спрайт, в котором написано несколько содержаний сахара. А этот уже повкуснее. Мне даже больше нравится, чем предыдущий спрайт. Если вы не попробовали, попробуйте. Вкус 10 баллов из 10, запах тоже. И дизайн. Ну, уже говорил. Если понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока!